Одессы. Это как он называется? Вытащила бабка. Десантный люк. Аварийный выход. И все вытащили. Угу. Ну что, спасли мальчонку? Это перед богослужением. Сегодня у нас 29 мая 2022 года. Молодец, благословился у мамы на парковке. А тут разные коты, персидские. Благословился взять на парковку, да? Все так и должно быть. Еще приезжают. А машинки такие у всех катастрофические. Сладенький. Ставь себе 2 миллиона. Тут 3 под трешку, а этот... Ну-ка. Допустите до Евсевия корреспондентов. Пальчики сложил, как будто бы уже крестится. Молодец какой, а. Мир всем. С миром. Евсея встречаем. Да. Епископом буду. Да? С рождения. С церковью. Рождение уже слышал маму. Ух, как она. Да. Агафья наша. А там ко мне прилетает голубок коричневый. Вот так. Я его даже захватывал несколько раз, а держать не будешь отдельно, выпускай. Он поезд и улетает. С мира принимаем. Христос воскрес. Воистину воскрес. Вот на вторника можно говорить Христос воскрес. А потом вознесение. Обирает ее. Вот сюда, а оно сюда прилипает опять. Нужно за себя бросать. Тут у нас асфальт сделали хороший. И ребятишки на самокатах катаются. Когда и в Севе кататься будет? А! Надо заранее, тут велосипед есть такой на 3 колесах. Скоро бегать будет, не остановить. Он подумает, ползком лучше получается. Вчера носился. Ну, по-ровному он чувствует. Он хочет ножку оторвать, а эти мешают. Да. Я его понимаю, у меня такая же беда. О, собаки или кошки? Машина со светом едет. У меня такая же беда. И они вот так вот сбрасывают. Бабка ухватилась. О, машин сколько. Бедно живет Россия. Вот смотри, как наши сестры одеты, как вот видите, там зашли сколько. Это второй на паводок. Вот это наша Елена с дочкой и со внуком. Христос воскрес. Это голубям пить. Вот тут ставьте, вот ставьте рядом. Это голубям пить негде. Чтобы не растоптали, я сделал красное. Не надо, там кошки поймали, уже задобили одного. Переставить в другое место нельзя. Вот здесь пройдет машина? Пройдет, не а вы вот так. Не знаю. Ну вот так, да ну, что ты не знаю, ты, главное, 3 метра с лишним и не знаешь. Ну а как она вот отсюда пройдет? Да почему так, вот чуть-чуть, да не так, вот смотри, гляди. Вот так подряд ставьте до самого конца, еще 5 машин войдет. Тут она не мешает. Голуби боятся красного, главное, я все равно поставил, чтобы не раздавили.
Один тазик раздавили уже. Вот от голубок мой. О, еще какой-то прилетел. Кормится тут. А где ваш Иван-то? Там. Чего же его не видать все эти дни? С миром.